столице Азербайджана полным ходом идет подготовка к военному параду, который будет посвящен победе вооруженных сил страны. На главной площади Баку Азадлык, название которой с азербайджанского переводится как «Свобода», идут финальные приготовления. Здесь сейчас устанавливаются новые зрительские трибуны. Надо сказать, что ранее здесь, на этом месте, располагались трибуны Гран-при Формулы-1. Именно здесь финишировали болиды, но сейчас все они демонтированы. Также здесь укладывается новый асфальт. Дата уже назначена. Парад в Баку состоится 10 декабря. Ожидается, что по центральному проспекту нефтяников пройдут военнослужащие и спецтехника вооруженных сил Азербайджана, участвовавшая в боях осенью этого года. Ранее масштабный военный парад в Баку проходил 26 июня 2018 года. Приурочен он был к столетию вооруженных сил страны. По центру Баку прошло тогда свыше 240 единиц спецтехники. Были представлены и беспилотные летательные аппараты. Азербайджан представил свой военный потенциал, который впоследствии был в полной мере реализован во Второй Карабахской войне. Начиная с будущего года, дата освобождения города Шуша, 8 ноября, в Азербайджане будет отмечаться как День Победы. А 27 сентября станет Днем памяти погибших. По распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева в стране будут созданы мемориальный комплекс Отечественной войны и Музей Победы. Завтра в полдень память героев Отечественной войны будет почтена минутой молчания. А в мечетях, храмах и синагогах пройдут поминальные богослужения. Лейла Курбанова, Джавид Гадыров, CBC.